Вот я вам покажу, это вот граница Польши и Германии. Вот видите, все прозрачно и никаких проверок нет. Спокойно проходите на машине здесь свой путь, как говорится, и продолжаете свое путешествие. Вот. Так что вот такие вот катаклизмы. Все, мы сейчас в Польше, ой, в Германии, до Берлина где-то 236 километров. Так что всем доброго вечера. Подписывайтесь, не забывайте на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Пока-пока. Ну вот я вам рассказал, что там, вот видите, там был, ну как бы раньше пункт проверки, а теперь это самое, вот здесь вот такая очередь создалась. И что там впереди, сейчас мы увидим. Но это, видимо, будут проверять грузовые машины на момент их груза и так далее, и так далее. Вот. Так что вот создалась вот такая здесь небольшая пробочка, пишут, вот 9 минут. А скорее всего это просто ремонтные работы. Вот у меня пишет компьютер, просто пишет, что это ремонтные работы. Ну точно. Сам контрольно-пропускной пункт, который раньше был, как говорится, КПП, это было, ну, раньше все проверяли, а сейчас, видите, проехали спокойно, а здесь вот в Германии начинается ремонтная дорога. И поэтому вот создалась такая пробочка. 4 минуты 30 секунд будем вот так вот ехать еле-еле, как говорится, душа в теле. Так, ну вот такие вот дела, вот такая вот обстановка на границе Польши и Германии. А мне осталось до Бельгии 818 километров. Ну, это 8 часов. Но я сейчас буду по пути искать, попробую. Может быть, найду все-таки отель, переночевать, как говорится, нормально. А потом завтра уточком поехать. Вот так вот будем двигаться еще 3 минуты. Всем доброй ночи. Пока-пока.